вечором. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість студії Євген Шатало, начальник Центрального районного відділу в місті Миколаєві, управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пані Євген, ну, до вас багато запитань в тому контексті, що з 11 червня для України відкрився безвізовий режим. І, наскільки я розумію, у вас побільшало роботи. Але питання є, і, власне, багато людей дещо плутають назви, поняття, і, власне, ну, як це все відбувається. Тож, давайте почнемо з того, що таке біометричний паспорт. Біометричний документ – это документ, который удостоверяет личность и который имеет носитель электронный, в котором имеется информация про идентификацию личности. Это отпечаток пальца, подпись и цифровое изображение человека. Исходя из этого, на территории Украины идет уже с 2012 года оформление новых. Сначала было заграничных паспортов, со временем они модифицировались, и вот с октября прошлого года началось оформление нового вида документов. Заграничного с электронным бесконтактным носием и ID-карточка – это внутренний документ для внутреннего обращения на территории Украины. То есть это, собственно, то, что люди путают загранпаспорт нового образца и ID-паспорт. Да. Чем они отличаются и для чего? Они отличаются самой формой изготовления. ID-карточка – это документ, который в настоящее время идет на смену тем паспортам граждан Украины синенького, книжечки, в которой у нас есть фотография 16, 25, 45, где стоят отметки о прописке, выписке. Вот этот документ идет на смену. На сегодняшний день обязательного характера это не носит, потому что на сегодняшний день мы выдаем паспорта первичные, кто достиг определенного возраста, раньше было это с 16 лет, на сегодняшний день это уже с 14 лет. Те, которые поменяли фамилию, уточняют какие-то свои данные, неточности записей, даты рождения, места рождения. Те, которые испортили документ, потеряли или у них украли. И вклейка фотографии по достижению 25-45 лет по желанию. Обязательного характера, еще раз подчеркну, на сегодняшний день нету. Поэтому люди в спокойной обстановке могут приходить и производить обмен или получение тех документов, которые попадают на сегодняшний день в обязательный характер оформления. Потому что сегодня мы не можем, человек, который приходит с паспортом, который в идеальном состоянии и по желанию хочет поменять внутренний паспорт гражданина Украины на паспорт в форме ID-карточки, мы пока не можем. Так как на Украине продолжает установка еще оборудования по некоторым регионам и районам, там, где еще не установлено. Поэтому после того, как везде по всей Украине будет установлено оборудование. То есть тогда уже активно перейдут на переговоры. Да, когда доработают еще, потому что усовершенствуется и программное обеспечение техническое, и подключение определенных районных отделение миграционной службы, и после этого, когда уже будет все работать в целости и сохранности, она работает, в принципе, но есть, подключаются дополнительные модули, которые позволят ну, скажем так, более, качественнее, да, качественнее и лучше давать каждому гражданину Украины этот вид административной послуги. То есть правильно ли я понимаю, на данный момент, вот если, допустим, мой ребенок достигает 14-летнего возраста, он уже не получает паспорт, вот книжечку синенькую, да, он уже будет получать паспорт нового образца, но пока поменять паспорт пока не меняют. Да, человек, который достиг 14-летнего возраста, уже, согласно закону, обязан получить паспорт-карточку. Он для этого, что нужно для получения эти карточки? Для этого нужно взять паспорта родителей, идентификационный код свой, ребенок берет свидетельство о рождении, справку о месте регистрации и обращается в миграционное подразделение по месту регистрации. Потому что одним из обязательных условий это получение, оформление ID-карточки первично, непосредственно по месту регистрации.
место проживания. Потому что после того, как человек получает ID-карточку, он уже может в следующем, закончилась карточка, потерял, украли, где бы он ни находился, в любой точке Украины, он может подойти в любую миграционную службу и произвести обмен или восстановить утраченный документ. А что сподвигло, в принципе, к оформлению документа вот именно в таком виде? С чем это связано? Это связано с тем, что сами биометрические данные, которые записываются на электронной носе, усовершенствуют, скажем так, и сам вид документа, раз. Упрощают оборот и обслуживание этого документа, два. Во-первых, это более защищенный вид документов от подделки разных злоумышленников, мошенников. И третье, это тоже, как немаловажно, очередной вид борьбы с терроризмом. Угу. Тем не менее, есть ли сроки какие-то в Украине установлены, когда страна, собственно, окончательно перейдет на документы нового образца? Ну, я понимаю, да, вы сказали, определенным образом ждем оборудования, чтобы это было качественно, быстро и доступно, но тем не менее. Ну, здесь не мы ждем, а то, что я сказал, это значит, устанавливается оборудование в тех районах, где еще не установлены. А там, где установлено, то, значит, тяжело сейчас сказать сходу, что когда закончится именно этот рубеж, и когда мы полностью избавимся от паспортов старых и будем иметь только паспорта новые, потому что это достаточно такой трудоемкий процесс, и все будет зависеть от времени. Ну а какие же данные, собственно, входят вот в этот паспорт? Что вот все то же самое, что в книжечке стандартной, или какие-то там еще данные, которые... Все, которые данные в книжечке, плюс туда заносятся самое важное, это биометрические данные. То есть человек, который пришел в паспортное подразделение, миграционную службу, он предоставляет документы, зайдя в кабинет, значит, он предоставляет свои документы, и затем идет диалог с сотрудником службы. То есть сотрудник службы в электронном виде вносит специальные формы, данные, фамилию, имя, отчество, дата, место рождения. И все это происходит в электронном виде. После формирования данных о человеке, о месте регистрации, дальше будет подключаться и там, не подключаться, там еще состояние семейное, в браке, не в браке. Вот, место регистрации. После этого идет процесс фотографирования. Человек присаживается, и на месте производится его фотографирование. После фотографирования человек на специальном оборудовании оставляет в электронном виде свою подпись. И после подписи человека сканируют отпечатки пальцев. Вот эти три процедуры – фотографирование, подпись и отпечаток пальца занимают достаточно много времени на обработку или на прием одного человека. Потому что, как вы заметили, мы отошли при этом от разного рода копий документов. Потому что предоставляются оригиналы документов, которые в процессе работы, в момент приема, инспектор сканирует и подливает, потому что все это в комплексе называется формирование демографического реестра населения Украины. Поэтому отношение к этому очень серьезное, требовательность высокая. Ну и отсюда, соответственно, потом увеличится качество надания послуги гражданину в тот или иной момент, связанный с документом. Хорошо, если человек развелся. Если вы человек... говорите, что вот эти данные тоже вносятся. То есть это будет меняться паспорт или как-то там... Если человек развелся и поменял при этом фамилию, то он тогда в течение месяца должен обратиться в миграционное подразделение для замены своих документов. Потому что в течение месяца это так отведено законами нашей страны. Если он не придет, то у него документ станет недействительным, и все определенные операции по данному виду документа он уже не сможет делать. Потому что мы называем демографический реестр населения Украины, к нему подключена не только миграционная служба, к нему подключено ряд еще других служб, которые в той или иной степени, по мере своего функционала, предоставляют туда соответствующую информацию, которая будет давать полную картину по человеку. Для, опять же, подчеркиваю, это все сделано для... Для предупреждения преступности тоже такой шаг достаточно серьезный. Да, и для этого, самая основная цель – это в перспективе надавать людям определенный вид услуги, качественно, быстро,
как это делают в странах Европы. А скажите, пожалуйста, вот ID-паспорт, на какой срок его выдают? Это вот все до конца жизни, если ты им аккуратно пользуешься, ну, насколько я понимаю, да, все-таки это карточка? Или есть какие-то определенные сроки? ID-карточка и заграндокумент для выезда за границу детям до 18 лет выдается на 4 года. ID-карточка, в принципе, оформляется до 18 на 4, в последующем она уже оформляется на 10 лет. И каждому гражданину ID-карточка выдается на 10 лет. На сегодняшний день преимущество, еще нужно подчеркнуть, ID-карточки в том, что когда заканчивается срок действия карточки, за месяц до окончания человек приходит, подает документы на замену получения новой, при этом старая карточка остается у него на руках. И весь целый месяц, вот этот, пока изготавливается документ новый, человек не остается без документа. Ему не выдаются справки с фотографией, которые можно подделать и где-то использовать в тех или иных моментах. Поэтому это тоже очень много значит, когда человек остается с документом. Когда приходит новая карточка, человек приходит, старую сдает, новую получает, и при этом не ощущает в том, что он какой-то промежуток времени отсутствует у него документ, и он не может решить свои какие-то социальные вопросы. Ну хорошо, опять-таки возвращаемся к тому, что это все-таки, если книжечки у нас теряют, то и карточку можно легко потерять, можно, она может каким-то образом, я не знаю, там затереться в том месте, где ее будут носить, в кошельке, например, да. Если паспорт теряется, может ли кто-то им воспользоваться, или он защищен? Ну, теми же отпечатками пальцев, но с другой стороны, их же не будут проверять, да, где-нибудь там на кассе при оформлении кредита. Это правильно, что когда будут специальные аппараты, которые будут считывать определенную информацию, то кроме этого человек должен еще подтвердить, то есть происходит авторизация карточки. При выдаче новой карточки человек заполняет 4 пары, 4 группы цифр, которые остаются потом у него. Эти коды, которые он сам придумывает, сам вносит в систему при получении, являются кодами активации данной карточки. Поэтому, если человек потерял карточку, но коды остались при этом при нем, то злоумышленник должен, извините, иметь 100% внешность. Согласно данным карточки, должен знать всю ту информацию, которая находится в карточке. Отпечатки в случае необходимости, если понадобится. То есть тут вопрос в чем? Что если у кого-то начнутся сомнения, похож, не похож, правду говорит, неправду или где-то как-то сбивается, то здесь и будет происходить, что в момент предъявления карточки нужно ввести определенную группу цифр. И затем, если уже дойдет, то тогда нужно будет и отпечаток пальцев сделать. Поэтому здесь уже очень сложно что-либо подделать или выдать себя за того человека, карточку, которую ты хочешь воспользоваться. Ну, то есть определенное оборудование должно быть и в тех местах, где, собственно, вот нужно будет предъявлять эти паспорта, так? Да, на сегодняшний день, чтобы компенсировать, скажем так, отсутствие некоторого оборудования в определенных социальных организациях и банковских, там, нотариата, то выдаются карточки вытяг, в котором напечатается полная информация, которая существует и находится в самой карточке. Этот вытяг подписывается двумя сотрудниками подразделения, и она не предусматривает печать, заверение печатью, потому что это вытяг с определенного документа. И когда человек предоставляет карточку и где-то считывает, то, по крайней мере, там вся информация уже заложена, то, что напечатано. Единственное, что этот вытяг свидетельствует о том, что на сегодняшний день владелец карточки зарегистрирован или не зарегистрирован по конкретному адресу. В том случае, если человек выписывается с одного адреса и прописывается на другой, то уже в органе регистрации он сдает вытяг, оформляет новую регистрацию по новому месту жительства, и при этом орган регистрации ему выдает справку о месте зарегистрации. Вот там вот уже подпись и печать присутствует. А сама по себе вот услуга выдачи паспорта, она платная? Первый паспорт, если речь идет о ID-карточке, первая ID-карточка выдается бесплатно. Срок изготовления ее 20 рабочих дней. В течение 20 рабочих дней карточка изготавливается в Киеве, в полиграфкомбинате Украины, и фельдсвязью доставляется в подразделение для ее выдачи. Те люди, которые обращаются по оформлению ID-карточки в связи с изменением фамилии, утере,
кражи, вклейка фотографий в 25-45 лет. У них есть выбор по срокам изготовления. В течение 20 рабочих дней карточка оплачивается 279 гривен. В течение двух недель, ну мы говорим так, 10 рабочих дней, стоимость 366. Это суммы без учета услуг банка. Они незначительные, но в каждом банке своя наценка имеет место быть. Ну, все-таки это документ, если я правильно помню, да, при утере книжечки для того, чтобы, ну, вот паспорта старого образца, да, предполагались какие-то определенные штрафные санкции за то, что человек не уберег свой документ. А здесь предполагается или это уже отошло в прошлое? На сегодняшний день, после определенной реорганизации вопросов оформления регистрации с апреля 2016 года функции регистрации мы передали органам регистрации. Соответственно, часть протоколов, которые были связаны, административных протоколов, связаны с пропиской и с паспортами, тоже ушла под юрисдикцию органа регистрации. Поэтому на сегодняшний день изменения в административном законодательстве позволили службе нашей миграционной и тем же органам регистрации как-то более мягче относиться к людям. И даже если какой-то вид нарушения есть, то есть потерял паспорт, испортил паспорт, то на первый взгляд идет это предупреждение в виде устной формы, поэтому штрафных санкций не составляется и не оплачивается. Ну, собственно, это не единственные паспорта, которые вы выдаете, да? Да, есть еще загранпаспорта, или как они сейчас правильно называются, биометрические паспорта, так? В чем их отличие и в чем особенности получения этого паспорта, что нужно для этого? Биометрические документы – это и ID-карточка, и паспорт для выезда за границу, паспорт гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем. Он оформляется сейчас и имеет, я хотел бы основной момент акцент сделать, потому что у многих граждан на сегодняшний день есть заграничный паспорт, который не имеет вот такого вот значка, где вот галочка. На лицевой части политурки самой книжевской, значит, есть вот такое присутствие значка. Точно так же такой значок есть у нас. Там, где фотография, да. Вот эти вот значки говорят о том, что у вас на сегодняшний день последнего образца паспорт, который мы выдаем, и он дает возможность выезжать человека за границу. А функционируют ли старые паспорта пока еще? На сегодняшний день нету такого ажиотажа, и все документы, ранее выданные гражданам, которые имеют срок действия на сегодняшний день, они являются действительными, и по ним можно выезжать за границу. Что нужно для того, чтобы получить загранпаспорт? Загранпаспорт, вот здесь вот уже чуть-чуть более проще оформление паспорта, потому что любой гражданин Украины может обратиться в любое подразделение миграционной службы, независимо от места регистрации своего нахождения, и оформить заграничный паспорт. Для этого он должен предоставить внутренний паспорт, по желанию идентификационный код и административный сбор за оплату данного вида услуг. Он большой? Нет. Ну, нет, это такое, для каждого определенная сумма имеет свои категории, большой, небольшой. В течение 20 рабочих дней стоимость оформления заграничного паспорта 557 гривен. В течение срочного тарифа, в течение 7 дней, это сумма 810. Угу. И, собственно, где можно оформить документы? Только у вас? Или, допустим, в центрах предоставления административных услуг тоже дают такую услугу? С учетом того процесса, который я сказал, по ID-карточке, загранпаспорт оформляется по точно такому же порядку. То есть человек приходит, его фотографируют, подпись, отпечаток пальцев, сканирование документов. И, исходя из этого, идет большая нагрузка как на сотрудников, так и нагрузка на людей, потому что им приходится не один раз прийти в подразделение, чтобы выстоять очередь и получить новый вид документа. С учетом... Сейчас, наверное, ажиотаж в связи с безвизом, да, вот люди устремились. Да, ажиотаж поднялся, и из-за этого поднялись и очереди большие в подразделениях. Это на сегодняшний день можно оформить в любом
месте города Николаева, там, где есть оборудование у нас везде, во всех районах. Если человек находится за пределами города в любой точке или в любом районе области Николаевской, ну, в любой, как я сказал, независимо от места регистрации. Но если касательно города Николаева, то на сегодняшний день работает сервис «Паспорт» на улице Садовой 3В, который оказывает услугу и тоже принимает. Плюс рассматривается на более высоком уровне рассмотрение вопроса о приобретении и установке оборудования в центрах надания административных послуг. Там, где сейчас происходят вопросы, люди оформляют регистрацию, снятие с регистрации и другие вопросы, рассматривается вопрос об установлении дополнительных оборудований. То есть вы параллельно будете, да? Да. Мы тогда, люди могут выбирать, а если будет определенное количество набрано точек, то для комфортного обслуживания граждан, то центры надания административных послуг превратятся, скажем так, в фронт-офис, там, где человек пришел, оформил центр надания административных послуг, передал нам определенную информацию, мы обработали, паспорт изготовлен, человек пришел в центр надания и получил готовый паспорт. И чем большее количество таких точек будет установлено, тем комфортнее люди будут чувствовать себя при оформлении заграничных документов. Могут ли возникнуть какие-то причины для того, чтобы отказать человеку в оформлении загранпаспорта? Если да, то, собственно, какие? Что может быть? Одной из причин, я уже сказал, когда при оформлении, допустим, взять ID-карточку, это первая карточка оформляется только по месту регистрации. Если человек, естественно, выписался с центрального района или будет прописываться в центральном районе, то есть у него нет места регистрации определенного, то, в принципе, мы не отказываем, принимаем. Если человек подает про себя неправдивые ведомости или предоставляет документы, в которых есть скрытые какие-то подделки, почистки, и визуально это было не установлено, а в процессе работы было обнаружено, то, соответственно, это является основанием для отказа в изготовлении как ID-карточки, так и для по заграндокументам. И второе, если человек уже имеет действующий документ и при подаче нового заявления он не указал о том, что у него уже есть определенный вид документа, он получил, и мы каким-то образом не увидели это, то мы отказываем в оформлении в дальнейшем и мотивируем. У нас предусматривается устная форма отказа. Если человек будет настаивать на письменном, то мы, в принципе, можем и в письменной форме дать отказ. А если вот судимость, например, у человека это не влияет? Потому что, например, ну, там много читали, да, при пересечении границы на это пограничники другого государства могут обратить внимание. На сегодняшний день у нас отсутствует норма законодательного плана, которая предусматривает отказ во время изготовления документа или внутреннего, или ID-карточку, или заграничного документа, мотивируя тем, что человек был осужден или имел какие-то определенные статьи. Мы оформляем документы. Теперь задача человека самого определить и узнать в компетентных органах той страны, может, куда он собирается ехать, да, может ли он въехать с такой историей туда и не будут ли у него проблемы на границе или в дальнейшем на территории той страны, куда он планирует выезжать. И опять же, в зависимости, с какой целью он туда будет ехать. Хорошо. Дети. Для того, чтобы выехать за границу, нужны ли какие-то особые документы или отдельно оформлять? Ну, допустим, вот вы говорили, с 14 лет, да, там паспорт оформляют. А если ребенку, например, ну, лет 10? Если ребенку лет 10, раньше в предыдущих, скажем так, видах документов заграничного паспорта была такая норма, как внесение данных о детях. Это заносилось фамилия, имя, отчество, дата рождения и вклеивались фотографии. Учитывая новый вид документа, то на каждого гражданина оформляется отдельный заграничный паспорт. Если человек не достиг 18-летнего возраста, ему оформляют на 4 года. Свыше 18 ему оформляют уже на 10 лет. Собственно, это и есть срок действия загранпаспорта? Да. 10 лет? 10 лет, да. Точно это так же, как для и взрослых и дети. Единственное, что так как дети непоседы, скажем так, и им тяжело, им в очереди находиться и фотографироваться, поэтому дети до 12 лет можно в ателье сфотографировать фотографию ребенка на глянцевом бумаге размером 10 на 15,
18, и в паспортное подразделение обращается уже непосредственно один из родителей с документами обоих родителей, со свидетельством о рождении, с оплаченной квитанцией, стоимость точно такая же, как для взрослого и для детского, одинаковая, и фотографию. Фотография места фотографирования ребенка, фотография сканируется, а все остальные, так как учитывая возраст до 12, то подпись, отпечаток пальца не обязателен. У меня последний вопрос, у нас буквально вот несколько секунд, да, очень коротко. Если, допустим, родители в разводе и мать с ребенком хочет выехать за рубеж, ну, там, по туристической каким-нибудь там своим делам, нужно ли особое разрешение второго родителя, это то, чтобы выехать за из страны? Если обращается мать ребенка, которая находится в официально расторженном браке с отцом ребенка и не знает его местоположения, ребенок зарегистрирован с матерью, то мать предоставляет свидетельство о расторжении брака, и мы оформляем ребенку заграничный документ. Вопрос у нее больше будет к пограничникам, потому что при пересечении детей несовершеннолетних через границу, если один родитель отсутствует, то его необходимо нотариально заверенное согласие. Вот здесь причиной, какой документ нужно предъявить пограничнику, это уже это желательно уже задать пограничной службе. Да. Ну що ж, я дякую за корисну розмову і поради. Будемо сподіватися, що все у нас буде добре у цій сфері. Будемо надіятися. Проблем у українців не буде. Саме головне – ажіотаж не піднімати. Добре, я дякую за розмову і на все добре вам. Всього доброго.